завжди міська влада стає на шляху вирішення всіх питань нашого колективу, нашого підприємства. Завжди ми чувствуємо підтримку міської влади, і її ми не позбавлені. Тому в нас все дуже гаразд і добре, і колектив це підтверджує. ФЕД – одне з підприємств, яке обеспечує дуже багато заказів, в тому числі імпортних заказів по авіастроєнню. І для нас це марка, яка представляє імідж міста Харкова. Поэтому сотрудничать с таким предприятием – это очень здорово. И очень много вопросов сегодня на встречах поднималось, связанных с транспортом. То, что касается помощи этого предприятия, здесь поднимался вопрос по земле. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы такие предприятия, как ФЭД, они развивались, динамично развивались и выпускали продукцию. Это значит, что люди будут с рабочими местами, это значит, что люди будут обеспечены заработной платой. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.